Дорогие друзья, всех приветствуем. У нас началась поездка с нашим ансамблем «Небесный луч». Это Покарачаево-Черкесия, Кавмин-Годы, Железновод, Зеленокумск. Наша поездка, она будет длиться 8 дней, с воскресенья по воскресенье. В данный момент мы находимся в станице Зеленчукской, музыкальная школа, где пригласили детей с их родителями. Две школы соединили, и в таком небольшом, но уютном зале у нас прошло мероприятие. Ребятки, пожалуйста, держите. Спасибо большое. Всем спасибо. Держи, берите.